Всем привет, дорогие друзья! Я начинаю новое прохождение Assassin's Creed с английского Кредо Ассасина. Это приключенческий боевик, созданный в 2007 году. Сюжет игры основан на многовековой войне между тамплиерами и ассасинами. Третья часть Assassin's Creed стала последней игрой с участием в главных ролях Дезмонда Майлса. Так вот, с помощью анимуса, это машина, которая считывает память предков, из ДНК. Наш главный герой переживает заново события далекого прошлого. В эту игру я играла, но не прошла ее до конца. Хочу заново начать эту серию, пройти трилогию Assassin's Creed с Дезмондом Майлсом и дальше уже проходить новые серии игр Assassin's Creed. Так, ну что же, давайте начнем новую игру. Прошла я где-то половину игры, играла только в первую часть. Вот, надеюсь, вместе с вами пройти все части игры Assassin's Creed, Кредо Убийцы. Вот у меня уже есть сохраненный профиль, он остался в сейве. Я его не удаляла на тот случай, что я захочу продолжить игру. Но я создам новый профиль, и мы начнем игру заново. Назову как свой канал. Играла давно, где-то 2 года назад, так что могла что-то подзабыть. Вот мы начинаем с обучения. Так, нужно использовать первую кнопку Shift, чтобы схватить ее. Сейчас все по порядку нам покажет. У нас проблема. Я не могу закрепить его память. Слишком сильная психотравма, он отторгает процедуры, начиная откат. Какая же кнопка? Дезмонд, попробуйте расслабиться. Я попробую его стабилизировать. Не та кнопка. Сосредоточьтесь. Слушайте мой голос. Все это не по-настоящему. Всего лишь забыла совсем. Они не принесут вреда. Первую кнопку. Черт возьми, не работает. Подождите, мисс Стилман. Он приспособится. Первый раз всегда сложно. Мы теряем его. Да, помню, я бесили эти бродяги, которые постоянно натыкались нам навстречу и толкали нас в толпу. А если проявляешь к ним агрессию, то это хуже для нас. Нас могут поймать. Я говорил, что он справится. Ублюдки! Тихо, тихо. Я вам жизнь спас. Жизнь спас? Вы похитили меня, запихнули в эту штуку. Анимус. Это анимус. Я даже не знаю вас. Что вы сделали со мной? У вас есть нужные нам сведения, мистер Майлз. Сведения? Я бармен, черт возьми. Что, вы хотели научиться смешивать мартини? Мы знаем, кто вы и что вы. Не понимаю, о чем вы. У нас с вами нет времени на игры. Вы ассасин. И понимаете вы это или нет, у вас есть кое-что нужное тем, на кого я работаю. Оно скрыто у вас в голове. Но я не ассасин. Уже нет. В вашем деле указывается обратное. Говорится что-то о побеге. Очень удачно для нас. Что вам нужно? От вас делать то, что вам говорят. Все остальное сделает анимус. После этого... Вы будете свободны? Я не вернусь туда. Тогда мы погрузим вас в кому и продолжим работу. А после этого оставим умирать. Честно говоря, вы сейчас в сознании только потому, что это экономит время. Вы безумны. Так что же, мистер Майлз, жизнь или смерть? Жизнь. Ложитесь. Насколько я помню, его звали Альтаир.
когда он был ассасином. Мудрое решение. А здесь его зовут Дезмонд Майлз. Вы внутри анимуса. Что это? Прибор, создающий трехмерное пространство из генетической памяти. Генетической памяти? Что ж, придется заняться его образованием. Что ж, начнем с простого. Что такое память, мистер Майлз? Это воспоминания о событиях прошлого. Личные для человека, наблюдавшего события. Да, конечно. Но тело человека содержит не только личную память, но и воспоминания его далеких предков, то есть генетическую память. Или память в прошлой жизни, получается. Как животные узнают, что, как и когда им делать? Это всего лишь инстинкты. Вы спорите о терминах, мистер Майлз. Факт остается фактом. Животные используют знания, накопленные предками. Последние 30 лет я пытался понять, каким образом. Я открыл удивительную вещь. Наша ДНК — это архив. В ней содержится не только генетическая информация прошлых поколений, но и их память. Память наших предков. А анимус расшифровывает и считывает эти файлы ДНК. Верно. Но есть сложности. Это участок памяти, нужный нам. Но когда мы пытаемся открыть его, ваш разум протестует. Вы не способны шагнуть в тело своего предка. Именно это случилось ранее. Вас выкинуло из нужного участка памяти в более стабильное состояние. Почему? Это ваше подсознание. Оно сопротивляется. Так же реагируют пациенты под гипнозом, переживающие стрессовые ситуации. Они не могут перейти сразу к нужному участку. Их надо подготовить. И даже это не гарантирует успех. Как же нам быть? Мы нашли участок памяти, в который сможем попасть. Оттуда мы двинемся вперед. Вы будете привыкать к окружению. Это самый близкий к нужному участок. С него мы и начнем. Загружаю программу обучения. То есть вроде как это его далекий предок, Альтаир, ассасин. Внимание! Поток данных нестабилен. Восстановление синхронизации. Приветствую, объект 17. Этот обучающий режим позволит вам ознакомиться с системой управления анимуса. Следуйте указаниям. Шкала синхронизации показывает, насколько ваши действия совпадают с памятью вашего предка. Если вы рассинхронизируетесь, анимус вернет вас в последнюю синхронизированную точку. Сейчас вы опасно близки к рассинхронизации. Следуйте указаниям, чтобы исправить положение. Анимус использует концепцию марионетки для управления вашим предком. Загружаю процедуру адаптации вашего тела к анимусу. Рассмотрим действия по умолчанию для системы управления. Когда вы стоите, используйте кнопку головы для осмотра окружения. Так, смотрим, обучаемся. Хорошо. Освежаем память. Используйте кнопку пустой руки, чтобы пройти через носильщиков и не уронить ничего из их груза. Подойдите к маркеру, чтобы продолжить процесс синхронизации. Когда я первый раз обучение проходила, то я долго мучилась насчет этого момента. Вот, теперь я помню, как это делается. Прекрасно. Поэтому мы быстро прошли этот момент. С возможностью смешиваться с толпой. Используя ноги в пассивном режиме, вы можете притвориться монахом, чтобы пройти мимо воинов, не вызывая подозрений. Дойдите до маркера за воинами. Кстати, меня всегда смущал этот момент. У него же все равно одежда отличается от монахов. У монахов, по-моему, нет вот этих красных повязок, и тем более они не таскают с собой оружие. В толпе, конечно, сложно его... Хорошо. Отличить.
А вот если идет один, то достаточно легко, мне кажется. Возможность орлиное зрение. Это шестое чувство позволяет вам узнавать намерения окружающих людей. У нас прямо сканер. Прекрасно. Вот, у нас красным подсвечен опасный кандидат в убийство. Кандидат на убийство нас. Помните, что эта возможность доступна только при полной синхронизации. Следуя кредо ассасинов, вы сохраните синхронизацию. Кредо состоит из трех принципов. Первый. Не убивать невинных. Второй. Всегда маскироваться. Третий. Не ставить под угрозу клан. Если вы рассинхронизируетесь, вам нужно пережить ключевые моменты из жизни предка или действовать, следуя кредо. Вы успешно завершили обучение. По поводу невиновных. Загружается первый стабильный участок памяти. Это мешало порой мне пройти игру, потому что я не могла пройти мимо просящих о помощи бедных крестьян. Убивать не обязательно. Я постоянно им помогала, и этим очень долго пришлось мне перепроходить. Могла пройти мимо. Отличное убийство. Удача сопутствует твоей. Просьба. Неудача. Мастерство. О помощи. Наблюдай, может быть, чему-нибудь научишься. Ага. Например, как забывать обо всем, чему учил нас повелитель. И как бы поступил ты? Я бы не привлекал к нам внимания. Не забирал жизни невиновных. Я бы поступил, следуя кредо. Ничто не истинно, все позволено. Да, кстати, он наслушался. Ты понимаешь, что означают эти слова? Неважно, как мы но выполним это не путь, задание, мой важен путь результат. Я разведаю ему путь. Устроят... Постарайся не опозорить нас. Поучительный урок в воспитательных целях. Задание? Брат ничего не сказал мне, кроме того, что участие в нем — честь для меня. Повелитель считает, тамплиеры что-то нашли под Храмовой горой. Сокровище? Не знаю. Но повелитель считает находку важной, иначе он не поручил бы мне добыть ее. Да, вот так у нас игра начинается. Повелитель — это тот, кто во главе ассасинов у них стоит. И он ему урок проведет после того, как узнает, что он убил невиновного, насколько я помню. Вот, и мы должны будем восстановить репутацию и выполнять какие-то приказы его. Вот, здесь офигенные саундтреки. Один из любимых — это Иерусалим. Вот, слушать я могу его бесконечно. Вот. Их можете послушать на Google Plus, если полистать поусерднее. И на моей странице я оставлю ссылку в описании. Так, нужно было удерживать кнопку и бег использовать. А, это чтобы перепрыгивать. Так, секундочку. Я уже забыла. Так, а что мы хотели сделать? Мы хотели перепрыгнуть, да? Вот так это делается. Орлиное зрение. Так, опасность. Так, а мы включили оружие. Так, фиксируем цель. Выбираем оружие. Так, низкая стойка, кнопка 0. Для убийства низкой стойки нужно удерживать. Чистое убийство, как нам скажут в Хитмане.
Здесь. Должно быть, это ковчег. Это ковчег Завета? Не будь глупцом. Его не существует. Это всего лишь легенда. Тогда что это? Тихо. Кто-то идет. Нам нужно миновать ворота до рассвета. Чем скорее мы его получим, тем скорее сможем заняться этими шакалами в Масиафе. Робер де Сабле, его жизнь моя. Нет, нам поручили забрать сокровища, а Робера убить лишь в случае крайней необходимости. Он стоит у нас на пути. Это необходимо. Они так громко разговаривают, их могли вычислить. Этот человек наш враг, и у нас есть возможность покончить с ним. Ты уже нарушил два правила Кредо. И собираешься нарушить третье. Не подвергай риску братства. Я выше тебя, как по званию, так и по мастерству. Не тебе обсуждать мои решения. Ну, он получит за это от... как они его назвали-то? Повелителем? Вот. Я кайфую, на самом деле. Обожаю эту игру. Орлиное зрение, маскировка здесь нам не поможет. Нам сейчас нужно будет их убивать. Первое сражение, по-моему. Стойте, тамплиеры. Не у вас одних здесь дело. А, теперь я понимаю, куда пропал мой человек. И что же вам нужно? Что же нам нужно? Зафиксировать цель. Мне нужно убить. Кровь. Нет, не надо! Ты ввязался в то, чего тебе не понять, ассасин. Я пощажу тебя, но лишь за тем, чтобы ты вернулся к своему хозяину и передал. Святая земля потеряна для него навсегда. Бегите, пока не поздно. Если останетесь здесь, вы все умрете. Как я считала... Солдаты, к оружию! Орден тамплиеров был основан на Святой Земле, а не ассасинами, кстати говоря. Так что нам нужно помочь. Они, может быть, и не свое претендуют. Вот у нас здесь очень много вот таких препятствий. Это из серии Принца Персии, Tomb Raider, такие игры. Паркур, Mirror Edge. Люблю такие игры. Нам нужно помочь своим братьям. Так, да. Куда мне на другую сторону идти? Куда я забралась-то? Обожаю подобные игры. Вот. Очень долгое время играла. Очень долгое время играла в Принц Персии. Слышала про Assassin's Creed. Откладывала. И потом, когда поиграла, поняла, что зря откладывала. Игра шикарная, конечно. В отличие от Watch Dogs... Я досконально буду карту проходить. Задание прошло успешно. Повелитель в башне? Да-да, как всегда, зарылся в книге. Похоже, ждет тебя. Спасибо, брат. Покоя и мира, Альтаир. И тебе также. Буду открывать все вышки, выполнять все задания. Буду тщательно проходить эту игру, в отличие от Watch Dogs. Мне это доставляет удовольствие. Вот, надеюсь, и вам тоже. У нас есть задание, нам нужно добраться до главнокомандующего ассасинами. Подозрительно здесь все равно всегда фиксируется. Они будут возмущаться также, как и Watch Dogs, что мы лазим по карнизу, залазим на крыши и ведем себя как-то более вызывающе.
Ой. Отлично, так ему и надо. Мы случайно задели бедняка. Я, конечно, этого делать не хотела. Так, карты нам пока недоступны. Видимо, пока мы не поговорим с тем, к кому мы сейчас направляемся. Так, нам нужно сейчас обходной путь найти. Вверх по тропинке. Напомню, что их не замок находится на возвышенности. Так, вот здесь будем поспокойнее. Даже если в убежище мы будем неадекватно себя вести, на нас могут напасть наши же собратья. Поэтому нужно быть менее вызывающими. Что здесь, что в городах, в которых мы будем выполнять задания. Я могу просто стоять и слушать музыку в этой игре, наслаждаться. Надо же, он вернулся. Аббас. Где остальные? Ты всех обогнал, чтобы быть первым? Знаю, ты не любишь делиться славой. Молчание — знак согласия. Тебе что, делать нечего? У меня сообщение от повелителя. Он ждет тебя в библиотеке. И лучше поторопись. Тебе сейчас нужно вылизывать ему башмаки. Еще одно слово, и я перережу тебе горло. На это у тебя будет время позже, брат. Они называют главнокомандующего повелителем. Этот радуется, потому что он ослушался, нарушил два правила кредо убийцы, и сейчас за это нас будут отсчитывать и вынесут нам наказание, после чего решится наша судьба. Якобы мы будем жить или нас казнят. Что-то в таком духе. Так, а у нас где настройки? Вот настройки игры. Так, значит, дополнительные воспоминания. Карта. Карта у нас на какую-то другую клавишу здесь, не на М, значит. Так, все у нас нормально. Здесь нас будут обучать нашим приемщикам, убийцы, владеть мечом, клинком, кулаками и все, что понадобится для выполнения заданий, для того, чтобы выжить. Дай честь для нас. Они его уважают пока что, пока не узнают, что он нарушил кредо убийцы. Потому что он выше их по рангу, он, видимо, особый какой-то у них ассасин, агент. Альтаир, повелитель. Подойди, расскажи о своем задании. Полагаю, ты добыл сокровища тамплиеров. Возникли сложности, повелитель. Робер де Сабле был не один. Дело прошло, как мы ожидали. Наше умение приспосабливаться делает нас сильными. На этот раз его было недостаточно. То есть? Я подвел вас. Сокровище? Потеряно. А Робер? Сбежал. Я послал тебя, моего лучшего человека, на задание, важнее которого еще у нас не было. А ты возвращаешься с одними извинениями? Я... Молчать! Ни единого слова!
Такого я от тебя не ждал. Надо собрать новый отряд. Я клянусь, что найду его. Я пойду и... Нет, не пойдешь. Ты сделал достаточно. Где Малик и Кадар? Мертвы. Нет. Не мертвы. Малик? Я выжил. А твой брат? Пал. Из-за тебя. Типа он бросил его? Робер вытянул меня из комнаты. Я не мог вернуться. Ничего не мог сделать. Потому что ты не слушал меня. Всего этого можно было избежать. А мой брат... Мой брат был бы жив. Твое неумение чуть не стоило нам победы. Чуть? Я достал то, чего не смог добыть ваш любимчик. Вот. Возьми. Вот тогда. Но похоже, что я вернулся не только с сокровищем. Повелитель, нас атакуют! Люди Робера де Сабле обложили Масиаф! Он ищет битвы? Хорошо. Мы дадим ему бой. Сообщи остальным. Пусть крепость подготовится. Что же до тебя, Альтаир? Нас понизили в звании. Отложить. Ступай в деревню. Уничтожь захватчиков, напавших на наш дом. Будет сделано. Я до конца не прошла игру. Участок памяти. Но уже на середине я стала подозревать что-то нечисто с этим вот повелителем. Потом окажется, что он предатель. Мне так кажется. Он вел себя подозрительно уже в середине игры. Не буду утверждать, так как не прошла ее. И уже плохо помню все события. Так. Нам нужно выполнить задание. На нас напали. Альтаир, хорошо, что ты пришел. Нужна твоя помощь. Что случилось? Тамплиеры. Они напали на деревню. Большинству селян удалось сбежать. Но не всем. Что от меня требуется? Отвлеки рыцарей. Займи их, пока я буду спасать тех, кто угодил в ловушку. Хорошо. Так и сделаем. Так, контрольная точка. Как же мы их отвлечем? Так, кулак 4. Метательные ножи тоже классные умения. 1, меч 3. Хорошо. Так, нужно нажать F для входа и выхода режима сражения. Отлично. Так, нападает на наших селян. Так, мы еще не знаем все приемы, которые разучим. Поэтому у него самые простые движения в сражении с мечом. Потом нам будут добавлять новые и новые удары, когда мы будем прокачивать нашего Альтаира. Так, всех перебили. Опасность. Нам нужно защитить всех, наверное. Так вот они на наших нападают, гады. Вот идет обучение. Это чтобы защищаться от ударов. Правая кнопка нужна нам. Обучение идет. Режут наших женщин, избивают крестьян. Нужно помочь им с этой несправедливостью. Так, я бегу вниз. У нас есть цель.
Прекратите битву и возвращайтесь в Масиаф. Приказ Аль-Муалима. Так, приказ, значит, повелителя. Нам нужно вернуться обратно. Поздний участок памяти. Бежим вместе со всеми. Так. А чё они меня бьют-то? Сейчас. Сейчас. Аль-Муалим ещё не закончил. Нам новый приказ дадут. Наверх. Мы приготовили сюрприз для наших гостей. Делай все то же, что и я. Скоро ты все поймешь. Так, мы должны приготовить ловушку для наших гостей незваных. Вот насколько я помню. Так, мы должны нанести внезапный удар и помочь нашим собратьям по ордену ассасинов. Так, мы здесь ничего не можем собрать, я уж не помню. Что-что, помогаю вам выжить. Встань на эту платформу, Альтаир. А, прыжок веры сейчас будет. Так, нам на другую нужную платформу. Обожаю этот момент. Первый раз, когда я играла, не поняла сначала, что от нас требуется. Верни то, что украл у меня. Ты не получишь этого, Робер. Убирайся отсюда, пока твои оставшиеся люди еще целы. Ты ведешь опасную игру! Уверяю тебя, это не игра. Да будет так! Привести заложника! Да будет так. Так. Но он бы не стал из-за одного солдата, из-за одного ассасина возвращать то, ради чего стольким пожертвовал. От того, что колодцы пересохли, а еда закончилась. Мои люди не боятся смерти, Робер. Они рады ей и награде, что она несет. Хорошо. Вот как их воспитали. Они рады смерти и награде, что она несет. Лишь бы выполнить пусть приказ этого повелителя. У нас нет страха. К Богу! У кредо-убийцы, конечно, нет ничего плохого. Моя нога! Моя нога! Так, мы ногу подвернули. Как можно с такой высоты прыгнуть и не разбиться даже в стог сена? Дальше пойдешь один. Канаты приведут тебя к ловушке, которую мы установили. Обрушь смерть на головы врагов. Это так же, как рукой разбить несколько плит бетонных. Направить энергию. Очистить разум. И прыгнуть. Наверное, тоже из этой же серии приемчик. Так, мы должны держать равновесие, но пока что все хорошо. Мы находимся в низкой стойке. Он автоматически встает на балку в этой стойке. А, возможно, это при обучении. Посмотрим. Так вот и... Сменился ракурс камеры. Нам нужно забраться на самый верх. Обучение, думаю, комментировать вам не обязательно. Очень похожи приемчики, что и в принципе Персии.
Так, могу случайно не ту кнопку нажать, но потом привыкну. Чтобы не слететь и не прыгнуть не в ту сторону. Атака. Мы должны забраться куда-то, нет? Угу. Ты помог нам дать отпор Роберу. Его силы разбиты, и он еще долго не посмеет беспокоить нас. Скажи мне, ты понимаешь, почему сейчас ты добился успеха? Потому что выполнил приказ? Ты слушал. Беспрекословно. Но если бы ты слушал тогда, в храме Соломона, всего этого можно было бы избежать. Я поступал как приказано. Нет, ты поступал так, как тебе хотелось. Малик все рассказал мне. Ты свернул с нашего пути. Что вы делаете? У нас есть закон. Нас не было бы, если бы мы не подчинялись кредо ассасинов. Три простых правила, которые ты забыл. Но я напомню. Первое и главное. Не позволяй клинку поразить невиновного. Я знаю. И не позволяй себе говорить, пока я не спрошу тебя. Если ты знаешь это правило, почему ты убил того старика в храме? Он был невиновен и не должен был умереть. Свидетель. Твоя наглость не знает границ. Найди в своем сердце смирение, дитя, иначе я вырву его голыми руками. Но им не важно, они должны чтить кредо. Второе правило дает нам нашу силу. Скрывайся на виду у всех. Стань незаметным, одним из толпы. Помнишь? Но мне рассказали, что ты выдал себя, привлек к себе внимание до того, как нанес удар. И третье, и последнее правило. Нарушив его, ты совершил самый страшный поступок. Никогда не подставлять под удар братство. Нельзя. Привел целую орду сюда. Действиями. Но хотя это не он был, а тот, кто принес сокровище. Угрозу. И что замок. Еще хуже, ты привел врагов. В наш дом! Все, кого мы потеряли сегодня, на твоей совести! Плохой, плохой, Альтаир. Мне жаль, поверь. Но я не потерплю предательства. Я не предатель. Твои действия говорят о другом. Ты не оставляешь мне выбора. Убить? Мир над тобой, нет, Альтаир. Он его не убьет. Убил? Как же мы будем игру проходить? Я же помню, что он был живой. Он приспосабливается намного лучше, чем все остальные. Я все еще вытаскиваю его. Он пробыл там слишком долго. Подожди. Мы слишком далеко от того, что нам нужно. Рисковать нельзя. Как насчет еще часа или... Или это момент в конце игры будет. А его нам показали в начале. Я не понимаю, зачем... Какой размять ноги? Я только начала играть. Давайте дальше. Сейчас нам нужно осмотреться, зайти в нашу комнату, точнее в клетку, где они его держат. После испытаний над его мозгом. За собой комнату они закрывают, лабораторию, где они разговаривают о тайном, о том, что Дезмонду знать не стоит. Мы можем их послушать в другой комнате, там, где он спит. Так, они хотят его убить после того, как закончат работу. Потому что им не нужно, чтобы он знал о их планах. Потому что над ними стоят еще более серьезные люди, которым это все понадобилось. Так вот, нажали кнопку, чтобы подслушать разговор. На глазах у пленника. Этому есть название. Нарушение субординации.
мне не нравится, что ты хочешь убить его, прежде чем мы закончим работу. Это я уже слышала, даже без подслушки. Люси, это не мое решение. Не я устану. Но это Люси потом, по-моему, жалится над нами и расскажет нам правду, захочет нас спасти, по-моему, так. Сейчас она просто деньги получает, работает вместе с этим стариканом, а потом ее планы по поводу нас изменятся, когда она что-то узнает. У нас ничего не останется. У нас ничего и нет. Но будет. Надо верить в свои силы. Отлично. Но я хочу, чтобы ты нашла способ держать его там дольше. Мы не можем прерываться каждый раз, когда он чихнет. Нам и так приходится смотреть всю эту бесполезную чушь. Я сделаю, что смогу. Так, мы достаточно услышали, чтобы у Дезмонда закралась в голове мысль, что ему пора делать ноги отсюда, и хватит им уже мучить его. Потому что этот старикан уже не собирается щадить его, устал он или нет, он хочет до последней капли использовать его память и потом уже его убить. Убить, возможно, и во сне, либо отравить чем-то. Но приказ был ясен. Этот приказ идет не от самого ученого. Секундочку. Чуть игра не вылетела. Потому что сообщение какое-то вылезло на компьютер. Игра была в свернутом окне. Но запись не прервалась, это хорошо. На сегодня все, мистер Майлз. Сейчас вы вернетесь в комнату и отдохнете. Да, я уже отдохнула. Я хочу отсюда свалить. Но я-то хочу поиграть еще. Это я говорила за Дезмонда. Вот он наш Альтаир. В костюме монаха, который бегает. Черт, они заперли дверь. По Иерусалиму. Да, они его здесь закрыли. Он как лабораторная крыса для них, не больше. Кормят до тех пор, пока им не нужно будет его убить, когда они раздобудут то, что им нужно, в его памяти. Что вы стоите надо мной? Немного жутковато. Смотрели, как я сплю? Мы всегда наблюдаем за вами, поднимайтесь. У нас много работы. Кого же мне придется убить сегодня? Чокнутый профессор. Я думаю, обойдемся без надменности. Ваши предки шли почти верным путем, мистер Майлз. Если смерть нескольких злых людей может спасти тысячи, это лишь малая жертва. Почему это ученые такие хладнокровные часто? Они зашли преследуют свои цели. Далеко. Приведу аналогию. Коррупция, словно рак. Если вырезать метастазы, но не тронуть источник, то ты всего лишь оттянешь время. А излечение можно добиться лишь систематическими мерами. Химиотерапия, Дамас. Хватит обучение. Болтать, пошли играть. Вернее, переобучение. Но это нелегко. И не всегда работает. Дайте догадаюсь. У вас есть идея получше. Что же это? Так я вам и сказал. Так он нам и сказал. Хитрюжный. Докторишка. Так, приступаем к процедуре. К следующей.